Ученики супругов Великовых Марии Дыбковой и Алексея Хвалько из Санкт-Петербурга будут кататься под произведение автора-исполнителя Майкла Бубле. Ну что же, вот и посмотрим, какой жар они обеспечат самим себе, зрителям и соперникам уже с самого первого стартового номера. Ну что, начало очень достойное. Единственное, к чему, наверное, можно немножечко придраться, это несколько отрицательных оценок от арбитров за тройной выброс флип для этих спортсменов. А так, в целом, очень даже достойное выступление. Можно сказать, что задали темп эти фигуристы. Ну, в целом, это, наверное, можно сказать, было ожидаемо, потому что в таком серьезном составе никак нельзя экономить силы. Нужно начинать бороться за самые высокие места уже с первых секунд своего проката. Тем более, есть хорошие шансы у этих спортсменов побороться за место в тройке сильнейших. В частности, здесь столь серьезен состав, что мы видим всю первую тройку пар, которые оккупировали пьедестал на турнире имени Николая Панина Коломенкина. Плюс к этому Чекмарёв и Янченков. Ну, то есть будет на кого посмотреть, что, собственно, мы с вами сейчас уже и делаем. Начали с параллельного двойного акселя Марии с Алексеем. Хорошая тройная подкрутка, за которую техническая бригада поставила фигуристам третий уровень сложности. Арбитры оценили на довольно высокий плюс. Вот он, выброс. Чуть-чуть, может быть, не было кристально чистого приземления. Очень вот в момент, когда изменяет положение тела партнерши, было волнительно. Буквально одно мгновение при входе в первый оборот на Тодесе. Это Тодес
получил второй уровень от бригады, а вращение параллельное, несмотря на то, что в какой-то момент разошлись спортсмены, тем не менее все черты для четвертого самого высокого уровня сложности сделали, и сейчас, конечно, могут быть довольны собственным выступлением. Выступление получилось очень прилично. Мария Ленкова, Алексей Хвалько. Людмила Великова, на ваших экранах ее ученики набирают почти 65 баллов, 64 и 95 сотых.